Ну что ж, я вас поздравляю, если вы досмотрели презентацию до нашего сейчас с вами основного момента, то обратите внимание на куртку Муза. Куртка Муза восхитительная. Это та куртка, которая сегодня, я считаю, должна оказаться в корзине каждой нашей покупательницы. Ну еще бы, ведь мы видим, классическая английская стежка и жемчужный блеск создадут великолепный модный тандем. В такой куртке вы будете самой эффектной в своем окружении. Оптимальная длина подчеркнет красоту ног, а прямой крой с небольшим расклешением женственность форм. Водоотталкивающая ткань и современный утеплитель надежно защитят вас от перепадов температур в межсезонье, уберегут от дождя и ветра. Вам комфортно будет даже при минус 10. Ну и, кстати, при плюс 10 тоже будет комфортно. Да, вы не ослышались. Здесь есть у нас наполнитель. И ромбовидная стежка дает не только декоративный эффект, но и как раз сохраняет этот наполнитель на своих местах. Куртка стильная, куртка яркая, жемчужный цвет вы сейчас видите на ваших экранах. И вы думаете, что это все? Нет, у нас шикарная палитра оттенков, с которой мы уже не может нам не терпится познакомить вас. Смотрите, первый цвет красный. Леш, ты сегодня к себе туда, да, поближе красный подвешиваешь? Но тебя не получилось, понимаешь? Ты хоть и в красном все... Да. Так, смотрите, следующий цвет называется бордовый, цвет бургундского вина, очень красивый, или марсала его также иногда называют. Мой любимый цвет хаки, мне очень нравится эта модификация, потому что действительно выглядит очень лаконично и базово, вот действительно современно. Следующий цвет серый, и я бы сказала, что это даже вот, серебряный. Вот глянец как раз на сером цвете, он виден, то, о чем я уже говорил, да? Стальной такой серебряный оттенок. Следующий цвет розовый, невероятно нежный, он будет вас освежать, и если вы предпочитаете ходить без макияжа, то выберите именно такой нежный оттенок, он вас освежит и придаст вам ощущение того, что вы выспались. Следующий цвет бежевый, если вы не знаете, на каком оттенке остановиться, рекомендую вам бежевый выбрать, он подойдет абсолютно ко всему гардеробу. Также есть синий цвет, я знаю, что он у нас пользуется спросом, смотрите, как красиво золотая фурнитура на синем цвете смотрится, очень красивое сочетание, и, конечно же, черный. Черный необычный, это единственная модификация, гладкая, то есть матовая. Но какой бы цвет вы ни выбрали, конечно, важно выбрать правильно свой размер. Давайте определяться с выбором размера. Сейчас мы еще раз познакомимся с вами с цветами и с сочетаниями, с чем мы будем носить эту куртку. Смотрите, юбка, брюки, джинсы. Это могут быть и спортивные штаны. Любой стиль, любой повод, любое событие. Одна куртка заменит вам весь Анечка, ваш гардероб на весну. Поможешь мне? Поддержи, конечно. Пожалуйста. Полуобхват. Вот смотрите, замеряем, да, в зоне груди. Я знаю, как точные цифры для вас важны. 65 сантиметров. Итого у нас получается 130 сантиметров полный обхват. Это для какого размера? Это размер 54. У нас наша роскошная куртка Муза чуть-чуть больше мерит, поэтому советую брать на размер поменьше. Плюс ко всему, здесь достаточно хороший длинный рукав. Давайте я вам тоже сейчас это покажу, продемонстрирую. Вы всегда пишете нам о том, что делайте замеры, делайте, пожалуйста, замеры. Конечно, вы приобретаете дистанционно, вам важны точные цифры. Длина у нас идет 66 сантиметров. Но смотрите, если понадобится закатать рукав, не проблема. Вы вот так вот просто загнули, либо наружу, либо можно вовнутрь. Не надо идти в ателье и отдавать кучу денег за то, чтобы, ну, скажем так, подшить, подогнать под себя куртку. Ой, Леш, недавно общалась со своей подругой. Она говорит, как определить ценность вещи, сколько она реально стоит. Я тоже недавно приобретая платье за 10 тысяч, смотри. А мы надеваем его два раза, значит, платье и стоит 5 тысяч рублей. Приобретая куртку за 2999 рублей, сколько раз вы в ней выйдете на улицу? Вы посчитаете, какая выгода сегодня вас ждет. У нас отзыв от Софьи Львовны из Москвы. Обожаю бренд Prewoman. Стильная, яркая, недорогая одежда. Вещи идеально садятся на мой 56 размер. Большое спасибо за качественные и модные вещи. Спасибо вам, Софья Львовна, что вы нам доверяете, потому что бренд Prewoman нам предлагает размерную линейку до 66 размера. Цена не меняется за все размеры. 2999 рублей. Вы вдумайтесь, это верхняя одежда. Всегда хочется обновиться, всегда что-то хочется приобрести новенько, но не всегда есть такая возможность, особенно когда сейчас, да, Леш, цена растет просто космически. И если уж мы что-то приобретаем,
улетаем, то хочется, чтобы это не выходило из тренда долгое время. И из строя тоже, чтобы из моды не выйдет эта куртка точно никогда. Наша куртка Муза актуальна и сейчас, и будет актуальна и через 5, и через 10 лет. Почему я в этом уверен? Одна из главных законодательниц мод, королева Великобритании Елизавета, она уже много-много-много лет ходит в таких вот похожих куртках. Не зря эта ромбовидная стежка называется еще королевская. При этом вы видите, она перевернутый вот этот квадрат, он как бы вытягивает силуэт. Плюс ко всему вот эта стремительная контрастная молния, да, она тоже визуально вытягивает. Ну и плюс ко всему, давайте не будем забывать о том, что эта ромбовидная стежка, она помимо того, что смотрится модно, создает декоративный эффект, она еще и сохраняет наполнитель на своих местах. Вслед за королевой Великобритании все подиумы начинают следовать трендам. То есть это именитые, легендарные бренды, вещи в которых стоят внушительных денег. Ну еще бы. Даже если вы какой-то из этих брендов не знаете, мы вам показываем это для того, чтобы, ну скажем так, подтвердить наши слова, что во всем мире сейчас вот эта ромбовидная стежка, она вот получает как второе дыхание, говорят, как будто новую жизнь. Но на самом деле эта ромбовидная стежка, она из моды и не выходила. Просто сейчас еще более акцентный такой яркий прилив в индустрию моды. Плюс ко всему, давайте не будем забывать, что эта куртка Муза настоящий must-have, дословный перевод, то есть вещь, которую нужно иметь. Чаще всего это понятие относится именно к индустрии моды. И ну, так говорят про вещи актуальные по цвету, по крою, по сезону, по декору. Эта куртка Муза, она актуальна просто по всем параметрам. Лёш, ты знаешь, в моем гардеробе висит большое количество пальто, курток. Где-то пятно не отстирывается, что-то я никак не донесу до химчистки. Где ты пятно-то поставила? Ну вот что-то, видимо, я какое-то мороженое разгуляла. Ну то есть, понимаешь, висит большое количество одежды, а я ее не ношу. И при этом я понимаю, что хочется все равно что-то новенькое приобрести, да еще и по доступной цене. Сегодня доступна, разумна, роскошная инвестиция. 2999 рублей за вещь, которая впишется в любой гардероб, в любой образ, с юбкой, с брюками, спортивный костюм, да куда угодно. Это та вещь, которую вы будете носить, не снимая. Давай, Лёш, быстренько замерю. Так, мы замерю. С тобой еще раз сделаем замеры, давай посмотрим. Еще полностью длину вам покажу. Длина 65 сантиметров. Вот. Сейчас мы как раз, да, увидим на крупном плане. Ну, мне кажется, замерил все. Рукава, уже обхват, все. Но теперь давайте еще про крой поговорим. Так, у нас... конечно. Ну, Лёш, ты знаешь, на самом деле очень важно, чтобы все было прикрыто, потому что сейчас до сих пор все равно еще ветер гуляет. На рост 1,75 м прикрыто все, что нужно. Я вам точно говорю. Я просто только хотел поговорить про воротник стойка, а у Ани у нас опять любимый шарфик. Ну, да пусть он остается. Сейчас подойду к Нике. Смотрите, на что хочу обратить ваше внимание. Тот самый воротник стойка, а внутри мы видим вот такую вельветовую вставку. Представляете, да, застегнули куртку Музы до конца, шею закрыли полностью, и при этом вашу кожу будет касаться эта вельветовая вставка очень-очень приятно по тактильным ощущениям.